здесь и сейчас. Закрой на мгновение глаза. А есть что-то более священное, чем именно этот момент времени? Что есть более ценное, чем то, в каком состоянии ты сейчас пребываешь? То, что ты чувствуешь, чем наполнен, то, чем вибрирует пространство, каждая клеточка в твоем теле. А мурашки, мурашки, которые словно голос Создателя говорит с тобой, просит обратить на то, что ты чувствуешь сейчас, свое внимание. Но, увы, мурашки как мурашки, и что важного они могут мне поведать? Ведь мое внимание и мысли заняты чем-то более серьезным, чем ловить какие-то знаки, считывать символы, чувствовать мурашки. Так и проходят и мгновения, а затем и вовсе жизнь. Но, а если мы вспомним, что мы все внутри дети, и решим пробудиться, и наконец-то начнем делать осознанный выбор, выбирая себя, убрав все напускное и неживое. А что, давай попробуем? Ведь как никто не видит и не слышит твои мысли, эмоции, касаемые прошлого или будущего, так же никто и не будет видеть твое преображение, если внимание окажется в теле. Да ведь? Или нет? В моменте времени нам ведь нечего терять. И если есть что, ах, ну да, а как же привязки, обиды, осуждения? Кто теперь это все будет подкармливать своей энергией? Никто. Так что же, может, начнем прямо сейчас делать выбор? Выбор к себе. К себе истинному.